Памятная акция прошла возле мемориала в Жуковке. Она была приурочена к 82-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Москвой. В ней принял участие секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Иванов. Памятник в деревне был открыт после реконструкции. Стеллу облицевали гранитными плитами, обновили дорожно-тропиночную сеть, сделали водосточные лотки, уложили рулонный газон и установили новые фонари освещения.